уважаемые жители Ульяновской области. От имени депутата фракции ЛДПР поздравляю вас с Новым годом. Ушедший год был трудным, но насыщенным на события. А Новый год, как известно, всегда дарит надежду на лучшее, надежду на счастье, радость. Поэтому я от всей души желаю вам провести наступивший Новый год так, как вы запланировали. И пусть для этого у вас найдутся силы, возможности и желания. Хочу также сказать, что пожелание здоровья до недавних пор было каким-то формальным и номинальным. Сегодня же это одно из самых актуальных пожеланий. Поэтому я желаю вам и вашим близким очень крепкого здоровья, мира, любви и благополучия. С Новым годом!